Всем еще раз привет, здравствуйте. Настала пора объявить благодарности, друзья мои. Я хотел бы выразить огромную благодарность, признательность и сказать большое-большое нечеловеческое спасибо тем людям, которые встретились мне на пути сюда и на моем жизненном пути за последние 2 года и оказали большую помощь, поддержку и оставили свой след в моей путешественнической биографии. Итак, Вика Горячая, Александр Черный, Матиас Гюнтер, Швейцария, Данке Шон Матиас, Алексей Филиппович, Кирилл из Кипра, компания KLM Ukraine, прекраснейшая компания, компания купибилет.ру, также Михаил Туркеев с Урала и его прекрасная жена, также многие-многие другие. Сергей Кананков, братан. Я, к сожалению, не могу сейчас всех вспомнить, потому что их было очень много, и я сегодня слегка не выспался, голова почти не соображает. Но я буду периодически возвращаться к видеороликам благодарности для того, чтобы выразить свое большое-большое спасибо. И благодаря вам я оказался сегодня здесь. И уже в третий раз записываю видео возле башен Петронас, Куала-Лумпур, Малайзия. Марина Кейл, также благодарность отдельная и тебе. Ну и, конечно же, всем-всем-всем тем, кто ставит лайки под моими фотографиями, постами и сообщениями на Фейсбуке, кто следит за моими передвижениями, кто смотрит эти ролики, кто подписался на мой канал, всем вам огромное спасибо, нереальная благодарность. И, конечно же, я хотел бы вас всех поздравить с праздником. С праздником Святого Николая и с наступающими всеми-всеми-всеми великолепными новогодними событиями. Да, ну, я вас всех люблю, целую и обнимаю. No. The lens can see full. No. Later. I'm busy, bro. Busy. I'm busy. Can you sleep? Good. Yes. Thank you. Salam alaikum. Alaikum salam. Oh my God. Where are you from? Bro, I'm busy now. I'm busy. Busy. See you. See you again. Видите, что творится? В процессе передвижения я уже начал говорить почти свободно по-английски. Меня все принимают за мусульманина. То есть результаты достигнут. Я нахожусь в мусульманской стране под названием Малайзия. Мне хотели только что продать специальную линзу для увеличения обзора объективом. Возможно, мы вернемся к этому вопросу немножко позже. Ну, в общем, вот так, друзья мои. Для тех, кто не понял, о чем я говорю и за что я выражаю благодарность, это благодарность в том, что я путешествую по этому миру 22 месяца уже с копейками и посетил 14 стран. Практически бесплатно и беззатратно. Ну, вот как-то так. Будем заканчивать, потому что надо ехать далеко домой. Всех еще раз праздниками, пускай мечты ваши сбываются, пускай вы никогда не болеете и будете счастливы. Будьте счастливы, друзья мои. Всегда ваш Олег Петров. Пока.